Приветствую всех, с вами Ольга и проект Elite Infobiz. Сейчас я сделаю обзор на сайт с опросами. Переходим на сайт, вот так он выглядит, через хэштег «Оставь мнение», ежегодный маркетинговый опрос граждан с денежными призами от Международной ассоциации рекламодателей. Оставь свое мнение и получите вознаграждение до 300 тысяч рублей. Нам нужно будет всего лишь пройти опрос, и за это нам обещают денежные средства. Нам нужно будет указать фамилию, имя, отчество и нажать «Принять участие». Я сейчас заполню данное поле. У нас выполняется поиск и подбор вопросов от спонсоров. Сейчас открою и покажу вам, что это GIF-картинка, а никакой не процесс. Итак, подобрано 4 вопроса. Вознаграждение будет 3117 долларов. Нам нужно нажать сейчас эту клавишу, чтобы пройти опрос и получить выплату. Итак, сейчас я пройду все 4 вопроса, пока остановлю обзор, чтобы не тратить ваше время на данные вопросы. И как отвечу на них, продолжу. Сейчас я ответила на несколько вопросов. Нас Анастасия Теплова поздравляет с вознаграждением. Для того, чтобы продолжить вывод средств на карту, нам необходимо дать свое согласие. Кликаем «Дать согласие». Пока Анастасия нам тут много чего пишет, я опять сейчас остановлю данное видео и воспроизведу, когда мы подойдем ближе к выводу нашего выигрыша. Мы подошли к заполнению реквизита для вывода вознаграждения, указываем платежную систему, банковская карта или электронный кошелек и заполняем поле, куда отправить. То есть вводим номер. Кликаем «Принять участие» и у нас банк получателя отклонил операцию, неверная валюта, зачисление. Соответственно, нам нужно будет оплатить конвертацию валюты и вывести денежные средства. Конечно, оплачивать мы ничего не будем, так как конвертация при любых банковских операциях осуществляется автоматически и оплаты не требует. Здесь же с нас хотят на ровном месте снять 416 рублей и также украсть данные нашей банковской карты. Далее будут пользоваться нашими денежными средствами. Как я уже и говорила, все процессы здесь идут GIF-картинками, и сумму за прохождение опроса всем выдают одну и ту же – 3117 долларов. На сайте указано, что он с 2009 года. Эту информацию несложно проверить. И, как оказалось, сайт существует с 30 января 2021 года. То есть создан он совсем недавно. Поэтому Elite Infobiz не рекомендует данный сайт. Мотивированный опрос от Международной ассоциации рекламодателей – это мошенники. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех мошеннических схем и схем реального заработка. Присылайте свои проекты, мы обязательно все протестируем. С вами была Ольга, проект Elite Infobiz. Всем пока!